Всем привет! Сегодня как-то прям невероятно тепло на улице, солнечно. Сейчас бегу на маникюр, а потом идем с моей приятельницей в кинотеатр на 50 оттенков серого, который третья часть. Обожаю этот фильм. Знаю, что очень многие его ругают, но я его люблю. Это как и «Сумерки». У меня с «Сумерками» любовь необыкновенная, так и с этим фильмом. Посмотрите, какая у нас красота. Прям зима-зима. Конец зимы и столько снега, наконец-то. Как мы ждали это в декабре. Сняли покрытие, посмотрите, как ногти отросли. Так жалко укорачивать. Сейчас масленичная неделя, меня тут блинами угощают. Решила попробовать сделать френч себе. Давно не делала. Такие аккуратненькие ноготочки. Так нежно. Надо было давно делать французский. Сейчас перекушу и побегу по делам. Смотрите, какую красоту я проезжаю. Я, как всегда, опаздываю. Сеанс уже начался, там реклама идет. Я сейчас жду Марину и идем. Так красиво здесь. Эрик Джонсон, Элоиз Мамфорд. Приехала в развлекательный центр, который находится в торговом центре Домодедовский. Сейчас посмотрим, что здесь есть. Ну, в принципе, будет интересно. Такая комната. Такое, конечно, немножко потрепанное все, потому что здесь большая проходимость. Нет, очень тесно все-таки для дня рождения здесь будет. Сейчас посмотрим. И здесь такое больше места, как посидеть быстренько часик с детишками и домой. Не для праздника. Так что поеду в другой развлекательный центр, посмотрю, что будет там. Зашла в детский мир, посмотрите, какие классные ботиночки для Марка на весну. Написано для девочек. Для девочек? Да. А, розовые есть, да? Да. Красивенькие. Но они такие утепленные до какого месяца? До апреля? Да вот сейчас я их поговорю. Смотрите, какие еще кедики классненькие на лето. Ну, в общем, у меня сейчас нет времени смотреть. Потом забегу немножко попозже сюда. Мы Марку думаем на день рождения подарить какую-нибудь такую машинку. Я в интернете посмотрю какие-нибудь более стильные модели. Вот такую похожую мы дарили крестнице Сашиной. Ну, розовенькая. Нам нужен какой-нибудь универсальный цвет, чтобы Алиночка и Марк вместе катались. Кстати, вон симпатичная. Красненькая. Девчонки, я уже дома хотела вам рассказать свои впечатления о фильме. Скажу вам, что фильм понравится только тем, кто любит эту трилогию, кто читал книгу, кто хотел продолжения и красивого завершения этого фильма. Первая половина этой третьей части была вообще без какого-либо сюжета. Вторая половина уже была поинтереснее. Я там даже где-то всплакнула немножечко. В целом, мне фильм понравился, потому что я люблю героев, я люблю саму эту трилогию. Но кто не читал книги, не смотрел фильмы ранее, то вам, скорее всего, не будет интересно. Сегодня 14 февраля, папочка принес нам с Алиночкой цветочки. Давай, Алин, сыпай. Сюда. Кстати, мне эту вазу подарила сестренка. Представляете, она очень похожа на мою, видите, тоже такое битое стекло. Давай, сыпай, сыпай. Марк, иди к нам сюда, Маркулион. Все высыпала? Ставь цветочки в воду. Аккуратненько. Угу, ставь. Ну, аккуратненько, ставь. Чего ты боишься? Вот. Вазу, конечно, подлиннее надо, наверное. Ну, давай в эту пока поставь, я посмотрю, как будет смотреться. Ну, остальные цветы. Эта ваза, мне кажется, отлично подойдет для тюльпанов. Как раз на 8 марта. Я на 8 марта люблю только тюльпаны. Угу, ставь. Сейчас, Алин, я, наверное, поменяю вазу. Да, давай я другую вазу сейчас дам, это не подойдет сюда. Давай в эту вазу. У меня вообще высоких ваз нету. Есть одна, но мне она не нравится. Может, обрезать цветочки, сделать пониже? Смотри, сейчас посмотрим. Ну, в принципе, нормально. Я их буду каждый день немножечко подрезать. Давай. Ага. Ставь. Мокренько, аккуратно я разлила. Ну, красиво? Последний. Понюхать хочешь? Понюхай. Девчонки, как же я люблю цветы. Все, наверное, любят цветы.
Я немножко подрезала розы и поставила их все-таки в эту вазу, которую мне сестра подарила. Очень мне нравится. Марк, не трогай, нельзя! Нельзя! Девчонки, ко мне только что пришла посылка от Nice Point. Хотела вам показать эту красоту. Я заказала мужу подарок на 23 февраля футболку с индивидуальным дизайном. Не каждый поймет, но это кот программист. Он у меня программист, и я думаю, что он будет в восторге. На сайте Nice Point можно было создать любой дизайн. Изначально я выбрала белую футболку с более ярким принтом, принта с Кипра, но подумала, что такая футболка была бы не очень носибельная, и решила все-таки найти кот. Нашла очень хорошее изображение в интернете и напечатала его на футболке. Мне кажется, что он оценит и будет эту футболку с удовольствием таскать на работу. Очень тематически получается. Будем упаковывать подарочек папе, Марк? Марк, слезь с папиной футболки. Марк. Марк, ты тоже такую футболку хотел? Детские футболки там тоже можно печатать. Единственное, там от 100 какого-то размера. Поэтому ни Алиночке, ни Марку, к сожалению, выбрать там нельзя было размер. Да, а то бы я тебе тоже такую же футболку заказала, маленький программист. Девчонки, кому интересно, задняя часть футболки выполнена из 100% хлопка, достаточно плотный, а спереди получается у нас печать. У меня был очень большой вопрос по поводу качества печати. Насколько я прочитала описание и отзывы по поводу этих футболок, здесь печать очень качественная, она проникает в волокна и после многократных стирок не должна никак смыться. Буду на это надеяться, как-нибудь вам потом видео покажу. Девчонки, ссылку на сайт Nice Point я вам обязательно оставлю под видео. Там можно выбрать уже футболки с готовым дизайном, кстати, очень интересные дизайны. А справа есть вкладка «Создать свой дизайн», которой воспользовалась я. В общем, очень довольна. В каком-нибудь видео, я думаю, вы увидите на муже эту футболку. Я думаю, что он будет в полном восторге. Поставила сейчас свет, штатив, пойду укладывать Марка и буду снимать для вас видео. Ну что ты там все ползаешь? Пойдем спать, Марк. Сейчас уже около часа дня. Марк проснулся в 8 утра. Вы представляете, с этого времени он не спал. Смотрите, достаточно энергичен, он спать-то и не собирается, мне кажется. Девчонки, маникюр так нравится. Почему я раньше френч не делала? Посмотрим, конечно, как он проживет у меня. Я же очень много готовлю, потому что вот эта белая часть от готовки, она желтеет со временем, а я планирую с этим маникюром ходить 3 недели как минимум. Так что буду с такими ноготками очень осторожной. Марк, чем ты там занимаешься? Марк, ну пойдем спать. Смотрите, у него вообще сна ни в одном глазу нету. Да. Со мной хочешь видео снимать? Алиночка мне тут недавно помогла поснимать видео. Вместо 20 минут я час снимала с ней. Вроде уже 3,5 года, а все равно ей скучно сидеть, слушаться. Надо бегать, прыгать обязательно. Нет, я тебе не даю телефон свой. Нет. Пойдем спать, малыш. Пойдем спать, все. Девчонки, сейчас снимала видео для вас об адаптации к детскому садику. Не знаю, честно говоря, выйдет ли это видео в свет. Говорила очень сумбурно, просто все, что приходило на ум. Это, конечно, неправильно. Я люблю, когда все по полочкам разложено. Мне кажется, что так информация лучше усваивается. Не знаю, посмотрю, что наснимала. Может быть, видео буду переснимать. У меня, кстати, часто так бывает, что я сниму видео и потом понимаю, что мне не нравится, или как я выгляжу, например, не выспалась, и какие-то круги под глазами, или кудряшка, например, как-нибудь торчит, и я этого не заметила. Или говорю что-то не то, или сказала не все, что хотела. И бывает, что по 2, по 3 раза я могу переснимать одно видео. Но это именно не влоги, это болтологические видео. Поэтому вот такие видео для меня самые-самые сложные в плане съемки. Ку-ку, кто у нас проснулся? Красавчик? Ты, разбойник? Сладкий мальчишка. Девчонки, так меняется, такие мужественные черты лица становятся. Ну чего ты такой недовольный? Иди поползай, иди походи. Марк! Ты чего страдаешь? Тихо, тихо, тихо. Все, успокоился? Ты когда вырастешь, будешь смотреть видео, какой ты маленький был плаксивый мальчик. У тебя зубик режется, да, Марк? Зубик, бедняшенька, мой маленький. Страдает. Ты страдаешь, да? Страдаешь, мой малыш. У всех было, Марк. Все через это проходили. Стой. Смотрите, как мы стоим. Смотрите. Ты стоишь? Ну-ка, давай еще раз, Марк. Подожди. Подожди, подожди. Держись. Равновесие держи. Держи, держи равновесие. Держишь? Ура! Ура! Давай еще раз. Вставай. Иди к маме. Давай. Иди. Иди ко мне. Иди ко мне. На, залази за телефоном. Залази.
А, вот такой ты хитрец. Вот он, телефон, смотри. Давай, иди за ним. Залезешь на диван? Давай ножку поднимай. Давай, я тебе помогу немного. Иди за ним. Вот, добрался до своей цели, да? Да? Девчонки везде уже залазят. Да, скоро уже как Алинка будешь везде шарить. Вы бы знали, что он в туалете творит. Если я не догляжу, он ёршик опрокидывает. Хорошо, не успеет в рот его положить. А то реально может догадаться. Алинка недавно сходила на горшок. Он подполз и опрокинул горшок. Вы представляете, я не успела вылезти. Мы с Марком вышли за Алиночкой в садик. Мне еще нужно успеть в магазин зайти. У нас садик работает до 7, но я стараюсь его где-то до 6:10, до 6:20 максимум забирать. У нас все дороги, слава богу, прочищены, кроме вот этого места. Тут вообще с коляской невозможно пройти, поэтому коляску приходится тащить задним ходом. Вот видите? Но, слава богу, сейчас более-менее нормально. Когда снегопад был, Алиночка дома сидела, потому что я вообще не могла дойти до садика. Как тебе погодка, Марк? У нас сейчас минус 8. Так, немножечко морозно, но приятно. Не очень холодно и не жарко. Алиночка где-то гуляет. Вон они. Ты где? Привет! Соскучилась? Алин, как тебе в садике? Хорошо. Хорошо? Ты меня даже не поцеловала сегодня. Вот конфетку. Ты поцелуй меня сначала. Вы представляете, один раз конфету принесла, все, теперь каждый день. Где конфетка? Ну, поцелуй мамочку. Пойдем. В магазин зайдем? Наконец-то хоть по дорогам бегать можно, как очистили хорошо. Так, стоп, машина. Сегодня у нас с Алиночкой на ужин просто котлетка куриная и салат со сметаной, огурцы, болгарский перец и помидорки. Вкусный салат, Алин? Да. А котлетку кушаешь? Да. Молодец, кушай. Гарнир я не стала никакой делать, худеем. Готовлю сейчас мужу одно из его любимых блюд. Это кабачки, запеченные в духовке с фаршем. Очень вкусненько получается. Девчонки, хотела вам показать, как я теперь замешиваю фарш со специями. Из того, что у меня светлый маникюр, я теперь буду использовать перчатки, потому что некоторое время назад я сделала себе очень светлый маникюр, и специи, вот эти вот, которыми я приправляю мясо, фарш, они очень сильно красят белые или светло-розовые нюдовые ногти. Поэтому буду делать это в перчатках. Специально купила перчатки, которые у меня будут именно для готовки, и буду замешивать фарш ими. И, кстати, многие спрашивали, как я посуду мою. Девчонки, посуду я мою тоже в перчатках. У меня, конечно, посудомоечная машина есть, но я не все мою в посудомойке. Есть посуда, которую нельзя мыть в посудомоечной машине. Поэтому перчатки, конечно, спасают. Благодаря им маникюр действительно держится намного дольше. У нас тут вечернее купание. Посмотрите на этих чупакабриков маленьких. Сладкие мои. Эй, детки. Детки. Конфетки. Алин, ты Марка помыла? Может, еще помоешь? Марк, ну тебе обязательно все нужно рушить, да? Посмотрите. Все баночки у нас в ванной. Детки, конфетки. На сегодня, наверное, буду с вами прощаться. Надеюсь, это видео было вам интересным. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И до скорых встреч!